Сразу три припаркованные машины сгорели в 2 часа ночи 28 апреля на улице Говорова. Видео инцидента появилось в одесских телеграм-каналах. Правоохранители установили, что первым загорелся автомобиль «Вольво», припаркованный во дворе многоэтажки. Далее огонь перекинулся на соседние машины «Мерседес» и «БМВ». К счастью, никто не пострадал. По неофициальной информации, сгоревший «Вольво» принадлежит Анатолию Вихарю, отцу экс-прокурора Одесской области Максима Вихаря, которого отправили в отставку из-за неудачного прохождения переаттестации. Именно он и пользуется авто. Кому принадлежат остальные машины, пока неизвестно. Полиция открыла уголовное производство за умышленное повреждение имущества. Лица причастных и обстоятельства происшествия устанавливаются.